Еще один шаг к нашим плей-оффу, чтобы уже в следующей игре чуть-чуть меньше думать о результате и готовиться к самым важным играм этого года. Поэтому, во-первых, настрой сезон максимально, у нас игра принципиальная, команда хорошая. Что поагрессивнее, с эмоциями, давайте все вместе, погнали! Бедра! Сила! Командная игра в первую очередь. Начало первой партии это наглядно показало. Ребята бились за каждый мяч в защите, на блоке, в атаке, соответственно, все. Общая игра, скажем так. Порадовало очень много, в первую очередь результат, качество игры. Сегодня не было много ошибок, я считаю, и мы, и Кемерово, особенно первые две партии, была напряженная игра. На мой взгляд, очень хорошо Белогорье подавало, именно все подавали очень хорошо в края поля, и что это нам создавало очень большие проблемы. И после этого они очень цепко играли в защите, они в концовках начинали отрываться. Мы до 19-19 держались, но потом они вот переламывали. Если бы там не пару сомнительных, да, свистков судейства, которые из раза в раз почему-то нашу команду преследуют в этом году, не знаю, с чем связано, да, и каждый раз споры, и желтые карточки какие-то, честно говоря, это не просто ломает игру, это так настроение портит по-хорошему. У нас тренер Сталин.
сезону мы, у нас третий сет провальный считаю. Даже иногда, вот, когда мы выигрываем, некоторые вот игры были, что мы выигрываем, но третий сет у нас не получается. Сегодня игра была достаточно, наверное, ровнее, чем предыдущая, которую мы играли. Но не хватает, наверное, больше уверенности. Уверенность в своих силах, уверенность в победе. Болельщики сегодня, атмосфера, новый зал опять же для нас, да, уже можно считать, сколько у нас домашних залов. Все супер, главный результат. Парней хочу поздравить, молодцы, сегодня все сыграли хорошо, никто не вылетел с игры, поэтому все четко. Каждый игрок – это часть команды, которая приносит хорошую атмосферу в команде. В команде порядок, на площадке это выливается в еще большую синергию, и выходя на площадку, мы просто кайфуем от игры друг к другу.